Предлагаю вашему вниманию еще один сверхурожайный сорт перчика. Вот посмотрите, сколько на нем плодов. Этот кустик у меня рухнул, но я его не поднимаю, чтобы не повредить корневую систему. Посмотрите, здесь какое количество плодов. Просто кошмар. Вот такое вот количество плодов. Этот сорт называется Billy Goff. Родом с Карибских островов. Срок созревания такого перчика 90 дней. Острота у него от 20 до 30 тысяч сковелей. Не сильно острый. Так, вкус у него пряно-фруктовый. Вот такое вот обильное плодоношение. Он у меня обрезанный. Высота такого кустика может достигать от 60 до 90 сантиметров. Созревает такой перчик вот светло-зеленого цвета. Потом становится оранжевый. Вот такой вот. А потом уже темно-темно-красный. Такие вот красивые стрючки. Стрючки очень и очень плотные. Он толстостенный, очень сочный и очень и очень высокоурожайный. Сейчас листик уберем этот, чтобы он нам не мешал. Показать вам с той стороны. Такое же точно количество. Такой кустик может нести до 200 плодов. Если выращивать его в теплице, он очень и очень высокоурожайный. Вот так выглядит наш перчик вблизи. Он имеет такую вот конусообразную форму, либо форму как у скотч-бонета, такая вот шляпка, либо вот такой вот. Он ярко-ярко-красный, созревает до ярко-красного цвета. Ну, давайте взвесим, посмотрим, сколько примерно весит у нас одна перчинка. Одна перчинка весит 22 грамма. Посмотрим другую какую-то. 23 грамма. Ну, где-то в пределах от 20 до 25, вот 20 грамм. Плоть очень и очень плотная. Прямо такой, не придавишь его. Довольно сочный. Очень крупный перец. И очень насыщенный. Такой ярко-красный цвет у него. Сейчас мы его разрежем и посмотрим, какой внутри. Стенки вот такого перчика очень и очень толстые. Где-то, наверное, ну, я не знаю, наверное, миллиметров 5. 5-6 миллиметров. Очень толстый, очень сочный и очень твердый. Небольшое количество семян. Аромат у него приятный. Запах такой, как у хабанера. Только легкий-легкий запах. Очень хороший, очень плодовитый сорт. Перец очень и очень толстостенный. Стенки очень толстые, так что с него можно делать всевозможные заготовки. Также можно с него делать соусы, можно консервировать. Делать то же самое, что делаете вы со сладким перцем. Потому что перец очень сочный, очень толстая плоть. Так что выращивайте такой перчик у себя дома. Всем удачи!